Здравствуйте! Сегодня я проведу вам экскурсию по Российскому государственному университету нефти и газа имени Ивана Михайловича Губкина, или, как мы его нежно называем, Керосинка. С далекого 1930 года к нам приходят юные дарования, чтобы пройти огонь, воду и нефтепровод ради диплома о высшем образовании. Какие еще трудности ждут их впереди? Прежде всего, студенту предстоит найти нефть. И ответ никогда не лежит на поверхности. Поэтому здесь осваивают технологии бурения. Пока рядом эксперты, подальше от городской суеты изучают морское бурение. После прогулки на свежем воздухе студенты знакомятся с процессом подъема нефти из недр. Перед вами схема разработки месторождений в упрощенном виде. Прошу. Но не вся добытая нефть одинакова. Здесь, в лабораторных условиях, студенты знакомятся со свойствами нефти. И, наконец, моя любимая переработка. Перед вами модель нефтеперерабатывающего завода, которая имитирует все химические и физические процессы. А это молодые люди, имитирующие процесс понимания того, как она работает. Десятки тысяч узловых элементов, объединенные в 12 технологических цепочек, имеющих свою систему центрального управления, способную функционировать автономно. Тонны сырой нефти превращаются в чистейшее топливо всего за один день с силами этой колоссальной системы. Студенты же превращаются в инженеров всего за месяц с силами производственной практики. А настоящий инженер умеет не только работать, но и веселиться. Нефть не кончилась и не кончится. Да это и не важно. Важны вы, те, кто здесь учится. Сегодняшние месторождения могут исчерпаться, а вы найдете новые. Технологии устареют, вы изобретете альтернативные. Мы уйдем в прошлое. Вы определите будущее всей индустрии. Губкинский – это просто университет, если ты просто пришел сюда за дипломом. И это твоя новая жизнь, если ты пришел сюда учиться. Где он пришел? А какой она будет, решать вам. Почему он не пришел с дипломом? Почему он не пришел? Почему он не пришел? В центре Дамаска расположился русский дом. Это форпост русской культуры на сирийской земле. Коллектив сотрудников русского дома делает все возможное, чтобы донести до широкой аудитории культурные традиции народов России.
Алексеем. Что? У нас план работы, ребята. Несмотря на трудности, с которыми мы сталкиваемся в Сирии, Русский дом продолжает популяризацию русского языка и российской культуры в этой стране. Одним из столпов широкой деятельности Русского дома является продвижение и поддержка русского языка в Сирийской Арабской Республике. Русский дом является организатором и инициатором проведения широкого комплекса культурных, образовательных, учебно-методических мероприятий, популяризирующих русский язык и русскую культуру. Под руководством директора была выстроена эффективная работа педагогов, которые не только обучают русскому языку в аудиторной форме, но и ведут разговорные клубы с участием российских студентов. У слушателей всех возрастов есть уникальная возможность получить знания на основе передовых методик преподавания русского языка как иностранного. Особое внимание уделяется продвижению вклада русских художников в мировую культуру. В рамках занятий молодые дарования имеют возможность не только получить базовые и продвинутые навыки рисования, но и изучить историю русского изобразительного искусства. Ежегодно Русский дом занимается отбором самых талантливых молодых сирийцев, желающих получить российское образование. Сирия исторически имеет важное значение для России, и поэтому ежегодно для граждан этой страны выделяется одна из самых больших квот на обучение в лучших российских университетах. Важным элементом продвижения русского языка всегда остается его великая литература. Библиотечный фонд Русского дома составляет 12 тысяч книг, разных по направлениям и жанрам. Наши книги пользуются большим спросом среди горожан всех возрастов. Русский дом уделяет большое внимание преподаванию музыки. На нашей базе проводятся уроки сольфеджио, фортепиано, скрипки и гитары. С особым интересом обучающиеся постигают труды великих русских композиторов. Фундамент, сформированный в стенах музыкальной школы Русского дома, помогает ребятам побеждать в музыкальных конкурсах в Сирии и других странах. С момента возобновления работы Русского дома были сформированы два танцевальных коллектива «Забава» и «Сказка». Образцовые танцевальные коллективы ведут активную концертную деятельность на различных площадках Дамаска и всей Сирии. «Забава» и «Сказка» являются постоянными участниками и неоднократными победителями фестивалей и конкурсов. Благодаря занятиям у детей укрепляется интерес к хореографическому искусству в целом, а также воспитывается любовь к русским народным танцам. С 2020 года директором Русского дома является Николай Вадимович Сухов, ученый-арабист с многолетним опытом, эксперт по широкому спектру вопросов политики на Востоке. За время его службы в Сирии был сформирован сплоченный трудовой коллектив, который работает в интересах Российской Федерации и над укреплением российско-сирийских отношений. Николай Вадимович имеет благодарность президента России и орден Русской Православной Церкви. Русский дом является представительством Россотрудничества, которое возглавляет Евгений Александрович Примаков. Журналист-международник, государственный деятель, основатель русской гуманитарной миссии. Благодаря его управленческим решениям, Россотрудничество получило новый облик и новую концептуальную идею. Thank you.
روسيا تفتح أمامك أبوابها لاختيار واحدة من مئات المؤسسات التعليمية الرائدة الممتدة على أراضيها الواسعة. لكن قبل السفر لابد وأنك تريد أن تعرف ما هي ميزات الدراسة في هذا البلد. روسيا تحتل المراتب الأولى في المجالات العلمية المختلفة كطب العيون والعظام والهندسة، إضافة إلى تفوقها في مجال علوم الفضاء، كما تتيح الفرصة للطلاب لإجراء بحوث في الجيولوجيا والفيزياء النووية والبيولوجيا، وتفسح المجال لنشر المقالات العلمية بلغات أجنبية في المجلات الدولية. وتذكروا أن روسيا وجهة مثالية للطلاب المهتمين بفنون السينما والمسرح والموسيقى. احتلت الجامعات الروسية مكانة مرموقة بين العديد من الجامعات الغربية، وذلك من حيث جودة التعليم وأيضا تجهيز المباني الدراسية والمختبرات وغيرها. على سبيل المثال، جامعة البحوث الوطنية واحدة من أفضل الجامعات ليس فقط في روسيا بل أيضا في أوروبا، وقد حصلت على جوائز عدة من حيث جودة التعليم، ويأتي إليها طلاب من أستراليا وألمانيا وإيطاليا وغيرها من الدول العربية، وطبعا فيها طلاب من دول عربية مختلفة. Вот, и мне понравилось, ну, так скажем, практически все предметы, которые мы открыли. И сейчас я однозначно это все использую в своей работе. И, наверное, самое важное было то, что когда идешь на это обучение, нужно понимать, каким проектом ты хочешь после него сделать. И тогда тебе будет легче брать именно то, что ты думаешь о нем. IMS is a joint program between University College London and the Higher School of Economics in Moscow. العديد من الجامعات توفر لكم فرصة التعلم باللغة الإنجليزية، إلا أنني أنصحكم بتعلم الروسية التي يتحدث بها أكثر من ربع مليار شخص حول العالم، وهي مطلوبة بشدة في سوق العمل. قد يعتقد البعض أن اللغة الجديدة ستشكل عائقاً أمام تفوقهم، لكن في الحقيقة الأمر أسهل مما يبدو عليه، حيث يمكن للطلاب تحسين لغتهم بطرق عدة، وأهمها التواصل مع زملائهم والمشاركة بشكل فعال في الأنشطة الطلابية. بالنسبة لحياة الطلاب، ما سيخفف مصاريف المعيشة هي الخصومات الكثيرة التي ستقدم لكم في المجالات المختلفة مثل المواصلات، المسارح، الحفلات والعديد غيرها. أما بالنسبة للإقامة فهذا الأمر لا يدعو للقلق أبدا، فكل جامعة تقدم سكنا طلابيا وبأسعار رمزية جدا. عادة ما تكون المباني المخصصة لسكن الطلاب موجودة بالقرب من الجامعة أو ليست بعيدة عنها، كما يتشارك في الغرفة بين طالبين إلى 3 طلاب كحد أقصى، ويختلف شكل الغرفة وتصميمها من سكن لآخر، فبعضها مبني على نظام الغرف وبعضها الآخر على نظام الشقق الفندقية. تعرفون أن روسيا تقدم لكم طيفاً واسعاً من الجامعات والبرامج التعليمية، وتتيح لكم فرصة التعرف عن قرب على بلد رائع غني بالتراث والثقافة والتاريخ. Пожаловать в политех. Сейчас мы познакомим вас с университетом, где пройдет лучшее время вашей жизни. На входе в главный учебный корпус вас всегда будет встречать классическая музыка. Еще бы, это настроит вас вот на такую красоту. Мало какой вуз может похвастаться действующим концертным залом. Здесь выступала знаменитая балерина Матильда Кшесинская и читал стихи Владимир Маяковский. У вас же здесь будут проходить пары, музыкальные семестры. Вместо аудитории – концертный зал, в роли лекторов – музыканты, а оркестр будет играть только для вас.
А здесь мы пролетаем по галерее великих политехников. Кто знает, возможно, ваше имя тоже будет в этом ряду. И вот мы в большой физической аудитории. Она входит в число самых больших лекционных аудиторий в Петербурге. И хоть она оснащена по последнему слову техники, выглядит так же аутентично, как и 100 лет назад. Здесь выступают лучшие в мире профессора, проходят физические и химические шоу, а иногда здесь же снимают кино. Учиться в политехе значит быть частью международного сообщества, слушать курсы на английском, ездить на стажировки и дружить со студентами из разных уголков мира. Только вдумайтесь, 33 тысячи студентов учатся в университете, и 8,5 тысяч из них – иностранцы. И вот он, Петр Великий, чье имя носит политех. Кампус, утопающий в зелени, огромное преимущество университета. Здесь даже водятся белки. А это еще один символ политеха – гидробашня. Помимо своего прямого назначения, она стала местом для учебы и проведения экспериментов. Здесь расположилась одна из первых гидротехнических лабораторий в стране. Сейчас в гидробашне находятся студенческие объединения, где можно воплотить в жизнь свою техническую задумку, познакомиться с историей страны и узнать, какой инженерный подвиг совершили ученые во время войны. Также здесь хранятся образцы формы, вооружения и военной техники, предметы быта различных периодов. Одно из старейших зданий университета – гидробашня. Это то, что делает политех похожим на Хогвартс. А теперь мы летим над главной аллеей. Слева остался химический корпус. Сейчас нам откроется самое современное здание университета – научно-исследовательский корпус «Технополис Политех». Это научное сердце университета, центр инноваций, где с разработками наших исследователей знакомятся первые лица страны. Крупнейшие конгрессы и конференции, на которых можно обсудить свои идеи с мэтрами науки, тоже проходят здесь. Политех как вуз нового поколения, университет 4.0, становится лидером развития высокотехнологичных отраслей. Наши специалисты способны решать проблемы вызовы современной промышленности, что делает политех привлекательным для крупнейших компаний. Всего у университета более 300 промышленных партнеров. Делать вычисления, на которые раньше уходили десятилетия, а сейчас часы, помогает суперкомпьютерный центр. Его производительность равна мощности 5000 обычных компьютеров. Поэтому суперкомпьютер может решать сверхсложные для человеческого восприятия задачи в области механики, физики, электроники и даже в медицине. Работая на таком уникальном оборудовании, наши ученые формируют мир будущего и представляют свои разработки в стенах университета. Это и первый в России солнцемобиль, и уникальный беспилотный катер, и многое другое. Новые производственные технологии создают в центре национальной технологической инициативы. Его инженеры занимаются цифровым моделированием, новыми материалами и аддитивными технологиями. А сейчас мы увидим место, где можно стать звездой и прославиться как минимум на весь университет. В телестудии ведутся прямые эфиры, записываются новости и снимаются ток-шоу. Ну а сейчас мы обогнем здание и залетим в мини-производственный цех. Это единственный в России центр промышленной робототехники Kawasaki Politech. Здесь представлены 10 робототехнических комплексов, которые используются на производствах по всему миру. Все это сделано для того, чтобы подготовить высококвалифицированных специалистов для российских предприятий. А теперь будьте внимательны. Заметили граффити справа от вас? На нем изображен Нобелевский лауреат Петр Капица. Арт-объекты с учеными политеха еще будут встречаться вам в кампусе.
Тем временем мы подлетели к еще одному историческому зданию. Сейчас это учебный и административный корпус, а раньше здесь жили студенты. Кстати, именно старшекурсники политеха спроектировали фонтан под названием «Мы». Мы – это студенты, преподаватели, ученые. Мы – это политех Петра.